Народов много, страна одна. По таким лозунгам уже в шестой раз проходит международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Принять участие в нем можно в онлайн-формате до 7 ноября. Как это делают ульяновцы, расскажем прямо сейчас. Несколько кликов мышкой, заполняем простую анкету и все. С этого момента начинается путешествие по нашей необъятной стране. 45 минут диктанта, 30 вопросов о культуре и обычаях народов России. Рамис Сафин проверяет свои знания таким способом каждый год. Вы знаете, в этом году вопросы посложнее, по-моему. Почему? Потому что здесь побольше вопросов в этот раз Кавказ, Грузия, Средней Азии. А вот по Волжье вопросов, мне кажется, маловато. А по Волжье я так-то много знаю, хотя и готовился. Вот видите, о Мордовии книги я приготовил. Книжка вот «Народы конфессии Ульяновской области». Поэтому сложновато, я бы сказал, в этом году. Книги не для того, чтобы списать. Это для закрепления знаний. В этом главная суть акции. Она в этом году, кстати, с изюминкой. 10 вопросов из теста для каждого субъекта страны разные. Они связаны с национальной спецификой региона. Все-таки Россия и наш регион – это многонациональный регион. Поэтому надо знать друг о друге. Все-таки Ульяновская область проживает больше 100 национальностей. Но может быть, и не можем знать, но большинство, которые коренных народов, мы должны знать обычаи, традиции этого народа. Познакомиться ближе с народами России может любой. Для этого достаточно зайти на сайт miretno.ru. Акция продлится до 7 ноября. И да, в конце вам выдадут сертификат с результатами баллов. Максимум можно набрать 100. Максим Бажанов, Александр Расохин, Вести, Ульяновск.